Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Крещение Господне. Сочельник, глава митрополии, возглавил богослужение в главном кузбасском храме, где после просительной ктении был совершен чин великого освящения воды. От Ирода за Христа убиенных. Свой престольный праздник встретил храм Юрги, построенный в память о 14 тысячах мучеников-младенцев вифлеемских. Праздничные службы. 14 января, канун Дня памяти святителя Василия Великого, митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил всеночное бдение в храме Вознесения Господня в Белове, а 15 января – божественную литургию в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской в Ленинске-Кузнецком. Прославим праведника Божьего преподобного Серафима. В канун престольного праздника глава митрополии возглавил всеночное бдение в домовой церкви на шахте Заречной в Полысаеве, а в престольный день Нижнего предела монастырского храма в Ленинске-Кузнецком владыка совершил божественную литургию в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре. Многое и благое лето. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх встретил свой 63-й день рождения. Девятнадцатого января Русская Православная Церковь отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. В праздничный день митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе Кемерово. Призри с небеси Боже и вижди, и посети виноград сей, и утверди и... И се глас с небеси глаголя, сей Сын мой возлюбленный, о нем же этот день берет свое основание в евангельском повествовании, согласно которому Иисус Христос принял крещение от пророка и предтечи Иоанна на реке Иордан. Во время события в окрестностях был слышен Божий глас, свидетельствующий о богосыновстве Иисуса, а Святой Дух сошел с небес в виде голубя. Нет, Господь Бог во Царстве Своем, всегда на небе. Возьмите руки ваши во святая. И во веки веков. Аминь. Архиерейство Твое да поминет Господь. Архиерейство, священство, диаконство и боголюбие. Архиерейство Твое да поминет Господь Бог во Царстве Своем, во небесно и во веки веков. Главной особенностью праздника является освящение воды не только в храмах, но и в открытых водоемах. По всему миру вод освящается естество. По заамвонной молитве митрополит Аристарх совершил чин великого освящения воды, по завершении которого окропил богомольцев святой водой. Завершив богослужение, глава митрополии поздравил православных кузбасовцев с праздником Крещения Господня и преподал свое благословение. Господь Иисус Христос, говорит святые отцы, не имел нужды в том, чтобы принимать таинство крещения как очищение от первородного греха и от лично, потому что он был безгрешным человеком. Но смысл того, что он принял крещение, заключается в том, как отмечается в сегодняшнем праздничном крестовении, что этим самым Христос в Иордане, в водах этой реки, потопил грехи всего человеческого рода. Во-вторых, через крещение Иисуса Христа произошло освящение водной стихии. Днесь вод освящается естество, говорилось в песнопении этого праздника. И, наконец, там угнездящихся сокрушил еси змеев, отмечается в молитве, которая читалась во время чинопоследования великого освящения воды. То есть этим священным действием, силой своей благодати, Господь сокрушил силу врага рода человеческого, которая до этого господствовала в мире над всеми живыми людьми.
11 января три архипастыря возглавили престольный праздник храма в честь 14 тысяч вифлеемских младенцев в Юрге. В особенный для общины день божественную литургию совершили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Гурьевский Игнатий, викарий Кемеровской епархии. Преосвященным архипастырем сослужили клирики двух епархий, песнопения прозвучали в исполнении квартета Троицкого храма Кемерово под управлением Константина Туева. На сугубо Евгении были прочитаны прошения о единстве церкви, а также об избавлении мира от пандемии коронавируса. Перед причащением мирян в храме огласили рождественское послание главы митрополии. Завершив божественную литургию, архипастыри совершили славление у иконы Рождества Христова и окропление святой водой по случаю престольного дня. Младенцы, которых умертвили по приказу царя, стали святыми, мучениками. Господь прославил их и даровал им блаженство. Вместо временной этой земной жизни они получили нечто большее. Они стали причастниками вечности, Царствия Небесного. Это кровавое событие, кроме того, засвидетельствовало об очень важном. О том, что никакое коварство, никакая сила на этой земле или человеческая власть не способны разрушить промысел Божий о спасении человеческого рода. На память о совместном служении глава митрополии передал в дар приходу резную икону святого благоверного князя Александра Невского. Участников богослужения с престольным праздником поздравил и епископ Гурьевский Игнатий, отметив, что эта совместная молитва станет яркой вехой его знакомства с Кузнецкой землей. В ответном слове владыка Иннокентий поблагодарил за радость общей молитвы и вручил митрополиту епархиальную медаль за усердное служение святой равноапостольной Марии Магдалины III степени. Преподносим вам, как выражение нашей любви, сыновнего уважения и как знак неразрывного общения во Христе, с Рождеством Христовым. Вечером 13 января, в канун празднования памяти святителя Василия Великого, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил всеношное бдение в храме Вознесения Господня в Белове. Перед чтением канона глава митрополии вручил богослужебные награды. Так, право ношения наперстного креста удостоились священник Михаил Литвинов, настоятель храма нерукотворного образа Христа Спасителя в поселке Урске Гурьевского муниципального округа, иеромонах Климент Каплун, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Старобелово. Право ношения камелавки получил настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в поселке Чертинском города Белово священник Дмитрий Анурин. По окончании богослужения протоиерей Петр Гутович, настоятель Вознесенского храма, поблагодарил архипастыря за посещение Беловского благочиния в период святок. Сегодня мы с вами находимся на пороге нескольких праздничных событий. Завтра Святая Церковь отмечает священное событие в земной жизни Господа Иисуса Христа, обрезание, и прославляет вселенского великого учителя церкви, святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. На следующий день, в праздник обрезания Господня, в день памяти святителя Василия Великого, владыка Аристарх совершил божественную литургию по чину святителя Василия Великого в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской города Ленинско-Кузнецкого. Нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистая, Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов.
По окончании литургии архипастырь возглавил славление святителю Василию Великому. Хор исполнил тропарь и кандак святому, а затем владыка прочитал ему молитву. К митрополиту со словами благодарности обратился настоятель храма архимандрит Николай Гутович, который также пожелал владыке здравия и долгоденствия. Видя благочестивую жизнь, Господь удостоил святителя Василия Великого исключительными дарами божественной благодати. По его молитве изгонялись злые духи из одержимых бесами людей. Своими молитвами он исцелял людей от неизлечимых болезни. Он помогал нуждающимся в бедности и в трудных жизненных обстоятельствах. Усилия его молитвы свидетельствуют его современник, подвижник того времени, преподобный Ефрем Сирин. Преподобный Ефрем Сирин желал изучить греческий язык. Однако, не имея на это возможности, он обратился за помощью к святителю Василию Великому. И вот по молитве этого вселенского учителя церкви Ефрем Сирин, не обучаясь специально, стал понимать геленскую речь. Митрополит Аристарх поздравил прихожан с праздником обрезания Господня и днем памяти святителя Василия Великого, а также преподал собравшимся свое архипастырское благословение. Четырнадцатого января, в канун престольного дня храма преподобного Серафима Саровского на шахте Заречной в Полысаево, всеночное бдение возглавил глава Кузбасской митрополии, митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх. Усети, видите, яко благ Господь, ваши мужи живопомоет мать. На утренний архиерей прочитал Евангелие и помазал освященным маслом священнослужителей и прихожан. Перед чтением канона митрополит Аристарх удостоил богослужебных наград клирика второго Ленинско-Кузнецкого благочиния. Право ношения набедренника удостоился клирик храма Воскресения Христова в Ленинске-Кузнецком священник Святослав Тарасов и клирик храма преподобного Серафима Саровского в Ленинске-Кузнецком священник Артемий Чусовков. Преподобный Серафим Саровский явил всем нам с вами, Русской Православной Церкви, всему народу, великий пример того, как в человеческой личности может осуществляться, исполняться божественный закон его заповеди. Как человек, ограниченный физическим бытием этого мира, своими немощами, болезнями, тем не менее может с помощью благодати Божией достигать ангелоподобной жизни. Настоятель храма протоиерей Аркадий Рахов поблагодарил гостей, которые разделили радость престольного дня с клиром и прихожанами храма преподобного Серафима Саровского. Пятнадцатого января в престольный праздник нижнего предела монастырского храма, освященного в честь преподобного Серафима Саровского, глава Кузбасской митрополии совершил божественную литургию в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре города Ленинска-Кузнецкого. На малом входе настоятель клирик Иверского мужского монастыря иеромонах Иоанн Пешкуров удостоился права ношения наперстного креста. Настоятель храма иконы Божией Матери Адигитрия в поселке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого муниципального округа получил право ношения камелавки. А клирик Покровского храма на шахте Сибирская в Полысаеве священник Игорь Вагайцев был награжден набедренником. Господу помолим сердцем всем. Господу помолим сердцем всем. Архипастырь возглавил славление преподобному Серафиму Саровскому, совершив также окропление святой водой по случаю престольного дня.
Ныне прославляемый святой преподобный Серафим Саровский, мы знаем, также оставил, еще будучи совсем юным, свой родной дом. Ушел в лесную глушь, где построил себе келью и начал молиться. Он поселился там, где не было никакой человеческой помощи, никакой человеческой поддержки. А для чего это нужно было? А это нужно было для того, дорогие отцы, братья и сестры, чтобы не из чьих-то слов, не из книжек, а собственным жизненным опытом убедиться в том, что самая великая сила, которая существует в нашей земной человеческой жизни, есть сила Божия. Богослужение завершилось провозглашением многолетия. Семнадцатого января, в день празднования памяти собора 70 апостолов, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх отметил не только именины, но и встретил день своего рождения. Сегодня, Ваше Преосвященство, Ваше Высокопреподобие, дорогие отцы, братья и сестры, согласно церковного календаря, Святая Церковь молитвенно прославляет собор 70 апостолов, учеников Господа Иисуса Христа, которых Он послал с проповедью во все концы вселенной, и сказал: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Таким образом, апостолы были посланы с благой вестью о спасении человеческого. По окончании божественной литургии в Знаменском кафедральном соборе Кемерово архипастырь возглавил молебен своему небесному покровителю. Высокопреосвященному архипастырю сослужили епископ Гурьевский Игнатий, благочинный Кемеровской епархии, руководители епархиальных отделов. В алтаре о здравии главы митрополии в особенный для него день молились епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий и епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. После молебна епископ Иннокентий поздравил главу митрополии со знаменательным днем от имени архипастыря Кузбасса, а викарий Кемеровской епархии передал владыке Аристарху поздравления от лица духовенства. Вы приумножаете Пасху Русской Православной Церкви, открывая и возглавляя учебные заведения и являясь ректором Кузбасской духовной семинарии. Вы сеете евангельское слово в сердцах тех, кто слушает ваше богомудрое пастырское слово, ваше проповедь. Вы примером своей жизни являетесь для нас, вашей паствы, неустанно трудясь на благо Церкви Христовой. Я благодарю и вас, дорогие пастыри, клирики Кемеровской епархии, которые собрались в этом храме Мирянина, за то, что мы с вами имеем возможность соборно совершать молитву, соборно трудиться, прославляя собор апостолов, учеников Иисуса Христа. Потому что именно в этой соборности нашей общей молитвы и заключается величайшая сила, которая достигает небес Бога. И мы на этот молитвенный призыв нашего соборного обращения всегда получим от Бога ответ, помощь и поддержку. По окончании благодарственного молебна владыка продолжил принимать поздравления в свой адрес от архиереев и священнослужителей Русской Православной Церкви, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, представителей администрации региона, силовых структур, общественности и бизнеса. Пусть ваша неисчерпаемая мудрость, жизненный опыт и дальше служит во имя приумножения духовного единства и согласия в Кузбассе. С уважением, губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. Благодарю. Спасибо вам. Благодарю. Прошу передать тоже слова благодарности губернатору. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.